После первых в 92 году я получила свидетельство о предпринимательстве. С тех пор прошло уже практически 30 лет. Было очень много запросов на ювелирные украшения. В 90-е годы это был запросом минимальный. Обручальные кольца, вера тогда возрождалась, крестики. И в 90-х это было только БУ, новых изделий практически не было. И я вот этот слышала запрос от покупателей, что им хотелось именно новые ювелирные кольца, обручальные крестики. И изучив рынок, я поняла, что это могу сделать. Сама лично отслеживаю все коллекции, общаюсь с удовольствием с покупателями, потому что без этого никак нельзя в бизнесе. В бутиках «Элита» представлены ювелирные коллекции практически со всего мира. Я лично их отбираю и каждый раз представляю свою аудиторию, потому что я очень хорошо ее знаю. И как бы это ювелирное украшение смотрелось на моих покупателях. Я лично сама летаю в Калининград, где 92% всего мирового запаса янтаря в разных металлах. Здесь представлено и золото, и серебро. Большая часть бутиков представлена в Белокурихе. И изучая спросы и отклики покупателей своих, мы поняли, что нужно масштабироваться. Сейчас это очень модное слово. И, конечно же, у нас в планах открывать такие прекрасные бутики в соседних городах и в России. Пандемия не могла не сказаться на нас, потому что мы живем в этой же прекрасной стране, на этой же планете. Она сказалась на всех жителей нашей планеты. Наше предприятие справилось. Самое главное достижение нам – удалось сохранить 100% наших работников. Это самое главное достижение. В это время мы просто проходили переобучение, прекрасно провели время с тем, что, конечно, переформатировали бутики. У нас сейчас везде стоят кварцы, все средства безопасности. В соцсетях был развлекательный контент. Мы клиентов своих не бросали. Все это время, пока были люди в изоляции, информировали, что есть, как с чем носить. В основном был развлекательный контент. Я бы отнесла этот бизнес к превентивной медицине. Я бы назвала ювелирные бутики «Спа Дживерли». Вот в последнее время такая мысль появилась. Но потому что мы своими ювелирными украшениями погружаем женщину в мир прекрасного. И покупать ювелирные украшения, тем самым они эту эмоцию закрепляют у себя. И приезжая домой, погружаясь уже в рутину жизни, они опять вспоминают, надевают эти красивые украшения, опять вспоминают про Белокуриху, приезжают сюда еще раз. Ювелирные магазины, конечно же, это изящество, волшебство, магия, любовь.